Абзира фима с хатерского теле хупшцаша раша, а хупшита дыратара апсуа цвазхо. Ахса рымш марта аба алам талас, харах дыратара лзахкар цхазбет, а плюс анапхгаю. Дала хыт аху ахтра аглыхрат палата анапхгаю. Избанзар ларат купшуп, дыпшцоп, дызчоус лукман фялаху. Апсны аху ахтра аглыхрат палата ахадата миламирцхула апха ехиеп шилгуала фютюнизки вейза шуксазы аусура дрыдыр кыларцазын айш цвяжвара фарахта нааз амш. Рабхепи ахада апалата апцаю Геннадий Гагулия хуминутки рейхам квадлацважвит аусура гидейгейт. Усхан ларалхачил заагумызда кыр шукса рыштах ераепши хатру анапхгаю и тыпачы аусура далагойтка. Арахе усура ведан за лараху шукса ярту ахуапе институтача англыз бы сведлорцона студентства. Атым бы сфекохил дырваз ебзураны, а палатача ебцаз афианырцтве аймадара курза ауспарта ахтырдыр кылыт. Рабхе акпе категория зму ахаза ведыган аштахи ахаза хада, а уша хадай хатыпуэс, нас а президент и апщгэвс, а цухтаны а президент и хатыпуэс. Юниски жашук сарзын Геннадий Гагули отбыла пыза министерства на палаштах, а хуахтра глыхрат палата ларада хаглар акухайт. Уртам такол гуалар фейл, хойд и лыдлу за так пхукрадут шатшуз. Всегда работать руководителем, вот занимать столь высокую должность, и когда ты знаешь, что есть твой наставник, а для меня лично в моей жизни – мне просто посчастливилось стать ученицей. Для меня это человек, который сыграл очень значимую роль в моем становлении, как личность, в качестве руководителя. Конечно же, это была определенная поддержка, когда ты знаешь, что ты можешь позвонить, спросить совета, человек, который может тебя просто словом поддержать. Ну, а когда в сентябре его не стало, и так сложилось, что он преждевременно ушел из жизни. Это трагический его уход из жизни. Он, конечно же, во многом меня подкосил. Наступило какое-то вот состояние неопределенности, неуверенности. Я бы даже сказала, какая-то рассеянность, которая поселилась, и не понимала, что делать дальше. Но осознание пришло того, что необходимо продолжить тот заданный курс, та высокая планка, которая была уже им задана, и тем более, что организация уже поставлена на определенные рельсы, есть основные цели, задачи, есть очень глобальные большие проекты, которые уже не первый год они реализовываются. Есть слаженный, хороший коллектив, а коллектив — это более 40 человек, и 75% которого в основном это состоит из молодых ребят, в основном это женский коллектив. И управлять людьми, когда за твоими плечами нет определенного опыта, это, конечно же, страшно. Но я благодарна коллективу, я благодарна всем людям, которые со мной вместе меня поддерживают. Это вселяет большую уверенность, придает силы для того, чтобы двигаться дальше. Поэтому я ни в коем случае работу палаты, работу руководителя не вижу в таком вот, знаете, в личном каком-то, вот, ни в коем случае Тамила Мирцхулава, как руководитель, она не должна находиться и быть впереди коллектива самой организации под названием Торгово-промышленная палата. Я всегда, как и любой руководитель, руководствуюсь такими принципами, как мы, это командная работа прежде всего, и всегда стараться, стремиться к успеху, несмотря ни на что, и доводить дело до конца. А барш тепши шукса твой тарем от урача до поищем. Я иткала на шукса раха усылует. Лажа корыла зигре хайл цычкез. Уан за ушака чакахуаз цылжу за лвиз филары резы казаща корыбжим хра акун. Из банзар она пхкаю дэша статус к имоб. Уй анухка разыяра и хатат чырпши газароб. И на пацах аус зуазыги эйпшны дырзы газароб. Убря принцип
апхада аупларат зукнугоги. Занатла ларат филологу губрягнат арилус ураяму ахархарта чыцко зеги тылцар акхайт. Ехегил ха усадлулуйт уй дапуцранги дыгадзам. Яра коллектив иманшала на ус ауларца зынир сапцату па ус урарго бхарпи пшата глаза ща вязгуалтуйт. Всегда поддерживает здоровый климат, потому что более 40 человек, и у каждого свое мнение, у каждого свое видение. И не всегда оно совпадает, может быть, с сомнением и со взглядами руководителя, но ты должен обязательно прислушиваться. Во многом мне очень помогают, что в палате работают и люди, которые свою, в принципе, работу начинали именно в палате. Со дня ее основания многие находились вместе и создавали ТПП вместе с Геннадием Леонидовичем, поэтому их совет и их поддержка для меня значит очень многое. Я всегда стараюсь и советоваться по разным вопросам и с членами правления Торгово-промышленной палаты, которые в разные годы работали в ТПП и в должности вице-президентов, как Адгур Нурбеевич Лужба, и возглавляли палату даже в тот период, когда Геннадий Леонидович ушел в правительство и был премьер-министром. Это Юрий Григорьевич Акаба. То есть те люди, которые очень помогают мне, люди, которые в разное время готовы ответить на все мои вопросы. И, конечно же, это во многом дает возможность думать о том, что, ну, может быть, что-то и не получается. Естественно, что, наверное, не ошибается тот, кто ничего не делает. И я думаю, что быть довольным всеми результатами — это будет неправильно. Понятно, что есть ошибки, но самое главное — стараться их не совершать, стараться искоренять какие-то вопросы, которые мешают в работе, и всегда стараться быть услышанным и при этом слышать тех, кто старается что-то до тебя донести. Ахуах трагла храдпалата ри и гендкарата мечкару пьерейдна кылуй татыла уст кылыча. А бизнес от яра юрца за ней уэпшим, а уснак дзаткуам япнагойт. У язына раха зюет зара хараку хаза ча усыруэт. Урт рыбзу урала фян ирчайма дарабзияку рымуп. Юхуп и мачимку на усы цураза анапква ззаю айкуша хатраква. Ахуах трагла храдпалата хыпкыхада атыла ча экономика ча яра ацхырара атара бизнес мач ябжарапи ри хахара. Яхвяркалуйт, яхяз Ари Айчкара, куча размой снег пирайцо аупха. Залог успеха – это работа. Это постоянная работа, которая занимает очень много времени. Многие из нас, вот мы очень часто говорим о том, что Торгово-промышленная палата стала для нас семьей. Вот лично для меня, особенно в последние годы уже, когда мне пришлось возглавить палату, я больше времени, и все мои мысли, они постоянно о работе. То есть это постоянное, вот, постоянный поиск информации, постоянные какие-то размышления о том, как двигаться дальше, создавать какие-то новые проекты. И, естественно, залог успеха — это трудолюбие. Безусловно, что организация не может быть успешной, если нет дисциплины, если нет квалифицированных специалистов. Естественно, что во многом работа зависит и от руководства. То есть то, как направишь эту работу, то, как ты расположишь вокруг себя команду, людей, я думаю, и результаты, они, конечно же, всегда налицо. А на пхкави лажа курыла арака усы зуабжи харави гахсаруб. Урта усы рысу ураман шалу пылхойт. И хай ичкау пар так пхкра харагуб. Наски лары злал фуала дарба на пхкави заалак, а коллектив риткалара дашта заруб. Ахса на пхкавича и хай радзаны русы изнеуэт, а кыцбат пызар ишаны зана аупишых арцовелу пхедзуэт. То, как может женщина проводить переговоры, то, как может она добиться тех или иных результатов для того, чтобы они очень положительно сказывались на работе, наверное, мужчине все-таки не всегда удается, в силу, может быть, вспыльчивости. Хотя женщина-руководитель, она постоянно взвешивает, то есть она не поспешно принимает решения, в отличие от мужчины. Это женщина своего рода психолог,
потому что это постоянное общение с людьми должно происходить вот в таком режиме, когда ты должен принимать людей, общаться, но потому что каждый приходит вот в палату, мне в последние годы приходится принимать посетителей, которые приходят со своими проблемами, и ты стараешься их каждого выслушать. Но самое главное, нужно сделать так, чтобы человек ушел с хорошими впечатлениями, с надеждой, не обиженный прежде всего. Вот женщине, конечно же, в этом плане гораздо легче общаться, нежели чем мужчине-руководителю. Лариша сгуалтуала илтахын атылай уйпшима министрра куарджу ахсама цураква анркалозар. А усткалы чертва хьозар уртар хабхедзара мачцам. Япцоб а усткалы чер ассоциация. Фиюни фиююк ахсайдына калуйт. Даразы гирнапы злаку а ус рукман шалахойт. Уртар зухенги яйзакна бизнес напа алаку зигирзы иман шалу таглы защапцату пулхойт. Арак и хаду аку залка адзум у яйт калан экономика чьера ятхалуп. Афинткарра и чидо программа ку адныкалозароб а бизнес атхара. Особенно в послевоенные годы, хотя вот в экономическом плане у нас женщины, можно сказать, состоялись. Мне вот сейчас вспоминается, особенно в послевоенное время Абхазии, это в период блокады, когда, мы знаем, мужчинам от 16 до 60 лет нельзя было пересекать абхазо-российскую границу, и молодая, красивая, образованная женщина была вынуждена стать добытчиком для своей семьи. Это и под дождем, и в снег, и в знойную жару стоять на мосту для того, чтобы перевезти какие-то фрукты, продукты, продать и приобрести необходимое для семьи. И я даже вспоминаю, как неоднократно сам мой наставник Геннадий Леонидович говорил о том, что абхазской женщине нужно в Абхазии установить памятник. Памятник за ту отвагу, за тот героизм, который вот она проявила в период послевоенный, блокадный период для нашей страны. И именно тогда уже женщина, видимо, стала индивидуальным предпринимателем, ну а затем уже и бизнес-леди. Мы неспроста даже в свое время, вот эта идея объединить женщин-предпринимателей, которые сегодня очень успешные в нашей республике, специально была создана и ассоциация женщин-предпринимателей, которые сегодня очень и индивидуальные, и самостоятельные, и очень четко принимают и высказывают свою позицию, свои предложения. И я думаю, что это очень хорошо для республики. Яхазы ария коллектива джархоу и быта на усыруэд из банзар зигхавка сирыму айхабги айцбги рнапы злаку аус ауп. А потуи куцара зиграбхадзе и глупу и хампады из обзору айхаблоб. В должности начальника вам приходилось увольнять людей? Вы знаете, нет. Я надеюсь, что никогда не придется. Каким качеством своего характера вы решаете вот такие вот конфликтные, скажем так, или сложные ситуации? Ну, безусловно, бывают и сложные ситуации, конфликтными. Их ни в коем случае не хотелось бы называть. Главное не терять равновесие, мне кажется. Понятно, что невозможно быть вот с подчиненными, постоянно быть на равных, несмотря на возраст, потому что я молодой руководитель, и многие подчиненные мои на сегодняшний день по возрасту — это мои сверстники, и как руководитель, наверное, все-таки меня отличает на сегодняшний день — это все-таки справедливость, требовательность, дисциплинированность и, конечно же, вот такая своего рода жесткость. Эта жесткость проявляется ни в коем случае с целью продемонстрировать свое превосходство над кем-то. Нет, абсолютно. Это наоборот, для того, чтобы улучшить качество работы. Поэтому бывает разное,
как и везде, в любых организациях. И было бы, наверное, неправильно, если бы я сказала, что не бывает сложных ситуаций. Естественно, приходится над этим работать и всегда находить взаимопонимание, уважение прежде всего, и никогда не забывать. То есть о том, что поступай со своими сотрудниками так, как тебе бы хотелось, чтобы поступали с тобой. И я всегда стараюсь себя оставить на их место. И мне кажется, это вот такой своего рода мост, который нам помогает соблюдать субординацию. Присутствует уважение, присутствует всегда понимание и вот такой здравый смысл, который никогда тебя не покидает. Ехепи и Марьяма амтазыша махамзари упыладзум згу тыганы абстазара яла горгюна сыпсымуп хэзхё ауа, ахатамила уртыруацкам. Макяна лапстазара зыги лапхи шиштылги лара ехей лыму удала горгюйт. Ауа из ядзаз ажлар кореевизара Москватпе университет ауштымта лчаве яла мазджилшон анапхкави газшаква. Аха амта исхы аус ахады зулазы снарбит ауаю илу зыги шизымдыруа лхёйт лара. Я могу сказать, что я счастливый человек. Я счастливый человек, потому что, слава Богу, у меня прекрасная семья, все живы, здоровы, семья, которая меня постоянно поддерживает. У меня есть в жизни люди, которые являются для меня примером. Я всегда стараюсь быть похожими на них. Рядом со мной хорошие, близкие, верные друзья. Со мной рядом, который является большим подспорьем, это мой коллектив. Я очень благодарна судьбе, что в моей жизни был такой наставник и учитель, как Геннадий Леонидович Гагулия. Я всегда буду ему благодарна за все, что он лично сделал для меня. И сегодня, помимо коллектива, я очень и благодарна даже сыну Геннадию Леонидовичу, потому что его решение все-таки, хотя он был и членом правления Торгово-промышленной палаты, является и много лет, но вот принятие решения прийти в Торгово-промышленную палату, стать вот постоянно находиться здесь, поддерживать, это, конечно, дорогого стоит. Поэтому я благодарна судьбе за все. За те встречи, за те возможности по работе, точнее, с работой связанные. То есть это многочисленные поездки, это люди, которые сегодня стали мне друзьями, с которыми я поддерживаю связь, стараюсь никогда ее не терять. Это поддержка со стороны многих руководителей, ведущих министерств нашей республики. То есть мне жизнь преподносит очень интересные, я бы сказала, возможности, да, и я всегда это очень с таким волнением в то же время, но и с радостью все воспринимаю. Ярады ахсарым шмартаба аре коллектива джиргу хат-хатху езыпшу. Шта лара анапхкавилу пизду а коллективы вейху ахута ахса аднухи лара рзыгацара. Уэ ус анагдзара джалыпста заара ахирак загидамю кузцуз Леонид Гагулия ябжгара колхы елырхойд. Сейчас уже в должности руководителя, ну, мне так повезло, что у нас хоть и не большая такая мужская половина нашего коллектива, но они стараются всегда, вот уже 2 года подряд, уделять внимание и мне как руководителю, как женщине, но и, конечно же, мне всегда необходимо, и я не должна забывать о том, что несмотря на то, что я представительница женского пола, но руководитель, необходимо поздравлять своих коллег. Дорогие женщины нашей республики, наши коллеги, друзья, мамы, сестры, подруги. Я с большим удовольствием хочу поздравить вас с наступающим праздником, пожелать вам здоровья, любви, понимания. Пусть ваши близкие всегда дарят вам любовь, тепло, пусть всегда будет хорошее настроение, пусть глаза всегда сияют от радости, от счастья близких, родных ваших детей. И пусть всегда удача
с вами шагает вместе рядом по жизни. Ирхойт зус бзи избу анапхгаю, уи абзи бара инапацака иғуги ирлайцойт ха. Яхвар халшойт, яхэз торых шзей тахвазда мила мерцхула абха ария усача чырпшигуб ха. Лара ахюнткарра архуара, а экономика аштахрача има рема устаца галана лухта алалгалуйт.